В столице Черногории охватила новая волна протестов против закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы сербской православной церкви. На демонстрации и молебны в Подгорице вышли более 60 тысяч верующих. Многочисленные протесты состоялись и в других городах Черногории. Я напомню, что прихожане сербской православной церкви выступают против закона, который был в декабре принял парламент Черногории. Власти страны заявили, что намерены создать новую церковь и изъять собственность у СПЦ. А это более 600 святынь.